Раз, два, три, запись пошла. Так, ну что, начнем с небольшой настройки, ну, по традиции, чтобы это уже было совсем на какой-то сотый раз, когда мы будем это делать, чтобы это уже вросло как привычка, при условии, ну, если кому-то сидеть сложно, мы ложимся, да? Хорошо. Ложимся. Давайте почувствуйте позу. То есть мы приходим в себя и подключаемся к различным датчикам в теле и вне тела. То есть чувствуем вокруг тела пространство, внутри тела пространство. Что там мы можем почувствовать? Одежду на теле, как себя ощущает, ну, как ощущается кожа на открытых участках тела, на закрытых, вот где одежда. Ну и я вот как-то говорил, если одежда перетягивает, стягивает, сжимает, особенно нижнее белье, ну, нужно менять. Не нужно Мы сейчас будем раскрывать каналы. Одежда максимально свободная, просторная, широкие штаны, свободная футболка. Понятно? Ну, почему? Чтобы не перекрывать движение, ну, не только энергетических вот этих меридианов, канальчиков, но и кровоснабжение не нарушать. Там, где у нас нарушается кровоснабжение, будет какая-то нескладуха. Давайте чувствуем таз, вес, опору. Тяжелый низ. Проходим по позвоночнику вверх и как бы так ввинчиваемся макушкой, лучиком внимания из макушки в небо. Мы сегодня будем много соединяться. Земля, небо, и смешивать эту энергию внутри тела. Ну, в цигуне принято считать нижний дантянь, средний дантянь, верхний дантянь. Энергорезервуар. Мы будем вот сюда концентрировать это в центральный наш энергетический центр. Вот. Подышали животом, ладошка на живот. Приходим в себя, приходим в свои ощущения. Осознаем то пространство, которое мы собой считаем. Я перемещается там, как в буддийских описаниях. Не я, анатта. Я, ну, где-то оно все время передвигается. В какой-то момент это тело, в какой-то момент ум, начали думать, хоп, я туда пошло. Ну, сознание наше, да? В какой-то момент опять где-то почувствовалось что-то. Звук появился. Давайте звуки обратим внимание. Звук. Какие звуки у нас в пространстве? На зрение обратим внимание. Давайте внимание в зрение осматриваем. Даже если это привычная атмосфера, ну, привычная комната, уже вы тут живете, неважно, смотрите стены, подсознательно успокаивающие действуют, если мы видим, что мы в безопасном помещении. Смотрим стены, потолок, окна, где находятся двери. Ну и что еще вас окружает? Запахи можно почувствовать. Вдох-выдох сделали, очередной вдох-выдох. Чувствуем запахи. Хорошо. И первое у нас, все вместе это чувство. Давайте, первое, все вместе. Тело, звуки, глаза не закрываем, запахи, дыхание. Давайте, нам сейчас потребуется
дыхание и ощущение, и возможность ощущать. Подышали животом. Диафрагмальное дыхание. Вот можно погладить вот здесь диафрагму, низ ребрышек погладить. Диафрагмальное дыхание – это начало и конец, в общем-то, проблем со здоровьем. Если диафрагмальное дыхание в норме, это здоровье. Если диафрагмальное дыхание нарушается по определенным причинам, есть причины нарушения диафрагмального дыхания. В частности, состояние шеи, третий-четвертый позвонки. Иннервация диафрагмы отсюда идет. Если шея у нас такая, перетянута что-то, может корешки поджиматься. Психоэмоциональное состояние также влияет на диафрагму. Если мы с ним не справляемся, в тонус ее вводим своими состояниями неконтролируемыми и зацикленными, что вот тут обиделись, там потревожились, тут испугались. Новости будут ухудшать состояние диафрагмы. Новости в том виде, в котором они сейчас в современном мире. Надо это все понимать, применять ко всему осознанность и ложимся. Сегодня мы ложимся. Новое упражнение «Звездочка». Можно подглядывать, но я буду лежать. Давайте, я ложусь в позу звезды. Руки вот так чуть вверх. Видно? Да, видно. Легли удобно. Представили себя звездой. Нашли где-то центр туловища. И мы будем поочередно из туловища вытягиваться. Но для начала просто почувствуем вес тела. Почувствуем. Это мощное упражнение. Его можно прямо в кровати делать. Давайте, расслабились. Это упражнение делается на вдохе, на задержке. Ну, каждое вытяжение, каждой конечности. Мы будем в пять сторон вытягиваться. Да? Понятно. Давайте, почувствуйте позвоночник. Почувствуйте вес головы. Чуть-чуть подбородок на себя вытянули. Шейный отдел. А давайте с активацией шейного отдела. Голову приподняли на 1 сантиметр, в буквальном смысле, 1 сантиметр. Держим вдох, голову. Затылком вытягиваем шею, выдох. 2 вдох. Выдох. 3 вдох. Выдох. 4 вдох. Держим голову, голова тяжелая. Почувствовали? И еще вдох. Выдох. И вдох. Опустили голову, сбросили напряжение. Почувствовали, как это повлияло на ощущения внутри головы, на сознание. Покачали головы вправо-влево. Покачали. Ага, хорошо. Теперь голову приподняли еще раз. И на вдохе посмотрели влево. Вдох. Выдох. Голова касается почти что земли. Вправо вдох, выдох. Поясницы не прогибаемся. Влево вдох, выдох. Вправо вдох. Чувствуем, как мышцы шеи работают. Приятно должно быть, приятно мышцы шеи работают. Мы их нагружаем нужной нагрузкой. Опускаем голову. То есть вытягивать мышцы, особенно шеи, только при условии, мы их тянем, да, вот как в йоге, йога считается, вытяжение, растяжка. Растяжка только при условии, если мышцы уже сильные. Сильные мышцы, ну, то есть толстые, сильные мышцы. Для этого нужна нагрузка. Давайте, дышим животом. Живот вверх, вдох, поясница не двигается. Поясница двигается, ну, то есть пробуем поясницей как бы, ну, или кому-то получится коснуться, кому-то тянуться к пояснице к полу, а живот у нас вверх пошел. Вдох. Поясницу не двигаем. Выдох. Вдох. Дышим животом активно. Ну, то есть диафрагмой. Выдох. Вдох. Чувствуем, как грудная клетка поднимается. Выдох. Теперь вдох. Задержка. Легкая задержка, не пережимая горловую щель. Вдох. Не дышим. Потянулись пальчиками правой руки.
Вытянули руку из туловища. Не дышим. Три, четыре, пять. Отпустили. Выдох. Вдох, задержка, левая рука. Вдох. Вытягиваемся левой рукой. Два, три, четыре, пять. Отпустили, расслабили. Вдох. Правая нога. Задержка. Ножку потянули правую. Из таза. Два, три. Вытягиваем ногу. Четыре. Включаем мышцы. Пять. Отпустили. Прямо чувствую, какие мышцы здесь нужны. Вдох, задержка. Надули живот, задержались. Левая нога. Раз, два, три, четыре, пять. Отпустили. Хорошо. Правая рука, левая нога. Вдох. Правая рука, левая нога. По диагонали. Раз, два, три, четыре, пять. Отпустили. Все, расслабили, 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 расслабили. Левая рука, правая нога по диагонали. Вдохнули. Живот, задержка. Подтянули. Левая рука, правая нога. Натянули диагональ. Выдох. Отлично. Вдох. Задержка. Только вверх. Руки потянули. Отпустили. И теперь ноги. Вдох. Ногами тянемся, не дышим. Расслабили. Вдох. Руки, ноги и голова. И копчик. Во все стороны. Отпустили. Еще раз вдох. Во все стороны потянулись. Натянули пальцы. Давайте ног и рук натянули. Отпустили. Ножки вместе. Большие пальцы за головой. Большие пальцы перекрестили вот так за головой. И теперь в этом положении вытягиваемся. Носочки от себя. Вытянулись. Носочки на себя. Вдохнули. Выдохнули. От себя носочки. Вытягиваемся, вдох. Выдох. Вдох. Выдох, отпустили все. Почувствовали, как это все повлияло на ощущения. Сгибаем ноги. Упираемся руками в бедра. И начинаем вырастать, вытаскивать, как бы отталкиваясь от бедер. Пробуем вытянуть позвоночник. Без осевой нагрузки, вот лежа. Вытягиваем, вытягиваем, вытягиваем. Хорошо. Руки на живот. По большому кругу начинаем животик проглаживать. Две ладошки на живот. Проглаживаем. И теперь справа налево, слева направо начинаем толкать живот, разминать стенки, область живота, внутреннюю. Внутренние органы, прямо чувствуя, как все это мягче становится. Двигаем от одного крыла таза к другому, от одного ребра к другому, вот в разных местах. Хорошо. В районе пупка против часовой стрелки закрутили. Крутим кулак в пупке против часовой стрелки. Хорошо. И теперь взяли себя за ребрышки.
И в разных местах цепляем реберные дуги и оттягиваем. Солнечное сплетение. И до плавающих ребер, аккуратненько плавающие ребра. Хорошо. Ноги захватили руками, прижали. Прижали бедра к животу. Поставили возле таза. Руки за головой, таз вверх, вдох. Мостик. Выдох, таз вниз. Голова к коленям, колени к голове. Вдох, мостик. Руки за головой вытянулись. Выдох, скруглились. Голова к коленям. Вдох. Выдох. Покачались, покатались. Вперед-назад. Садимся, встаем. Ой. Хорошо. Можно не так быстро, как я. Встал. Значит, исходная позиция у нас. Ноги на ширине таза. Копчик смотрит вниз. Копчиком мы лучиком внимания цепляемся за центр земли. Лучиком внимания из макушки мы цепляемся туда в бесконечность. Плечики расправили, в стороны висят. И ладошки положили вот, так, вот таким образом. И по талию себе проминали от спины, от, вот, от сзади до вперед пупку. Так попроминали себе талию. Ага. Хорошо. Левую ручку вытянули. Плечо. Раз, два, три. Вниз пошли вверх. Угу. Раз, два. Раз, два, три. Левую. Раз, два, три. Вниз. Чуть-чуть энергетизируем тело. Добавим ощущение, энергии. Раз, два, три. Подмышечкой. Раз, два, три. Вниз. Вверх. Два прохода. Раз, два, три. Другая. Раз, два, три. Вниз, вверх. Тоже два прохода. Почки погладили. Раз, два, три. Вниз пошли. Вверх. По внутренним поверхностям. Пахи. Животик. И еще раз. Вниз. Вверх. Раз, два, три. Хорошо. Чувствуем изменения. Голову постучали. Лобные доли. Хорошенько их активировали. Теперь вот эта область у нас какая? Височная. Тут слуховой центр, да? Активировали над висками. Височно-челюстную вот эту всю вот эту всю часть. Важная. Важное место, где напряжение скапливается, подбородок. Ага. Сзади пошли у нас. Сзади бугорки, шея, затылочные под ушами. Сзади у нас там, ну, много чего, конечно же, но это вот зрительный центр где-то сзади находится. Макушка, лобные доли перешли. И вот эти по половинкам покрутились тут, по кругу настукиваем. Макушка, бугорки вот здесь вот затылочные и сверху снизу, за ушами, над ушами. Хорошо, жевательная, височная область, лоб, третий глаз. Отпустили. У нас уже ручки такие активные, да? Давайте их сделаем действительно активными. Потираем. Трем, 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 трем. Трем, трем, трем. Хлопок. Чувствуем. Трем, трем, трем.
Хорошо. Хлопок. Чувствуем. Трем, трем, трем. Хлопнули. И поиграли с шариком для начала. Шарик. Хорошо. Вперед, это ближе, дальше, сверху, так снизу. Разминали его. С другой стороны. Просто поиграли со своими ощущениями. Угу. Хорошо. Исходное положение. Мужчины, левая рука. Женщины, правая рука на теле, да? Левая рука снизу у мужчин. Я буду говорить, напоминать, с какой руки начинать мужчинам. Давайте так, чтобы мне много не говорить. А, потому что у мужчин и у женщин будут разные старт по рукам. И я буду говорить, там, у мужчин левая рука внизу, ну, на теле. И значит, что у женщин наоборот. Ладно? Чтобы каждый раз это не проговаривать. Меньше слов. Поехали. Три дыхания. Вдох. Первое упражнение делаем. Выдох. У Будды тысячи рук. Вдох. Выдох. Настраиваемся на свои ощущения. Ладошки. Давайте. Цинь. Вот это положение. Эллипс такой. Цинь. Эллипс. Большие пальцы соединены. Большие пальцы соединены. И мы тут как бы создаем такой вихрь. Цинь. Называется. Ну, вот это положение рук лодочкой. Ну, соответственно, у нас руки были, левая рука у тела, у мужчин, и вот так мы подняли. Ну, соответственно, левая сверху оказалась. У женщин наоборот. Поехали. На вдохе вот этот цинь поднимаем вверх. Поднимаем, поднимаем, вдыхаем, вдыхаем. Толкнули небо. И давайте у нас каждый вдох будет вытяжение. Мы ножки были присогнуты, а теперь так, хоп, вытянулись. А выдох – это вдох, выдох. Начинаем как бы обмякать, стекать, ножки призгибать. И вот этот поток, который сверху, мы его формируем вот так вот по телу, протаскиваем до живота. На животе разворачиваем ладошки тыльными частями, поднимаем вверх вдох и иши. Следующее положение, ну или намасте по-йоговски, да, иши. Хорошо. Вдох, выдох. Теперь формируем шарик. Раз. Левая рука сверху у мужчин. Вот просто очень маленький шарик. И сразу же верхнюю руку растягиваем в бесконечность, чуть выше головы в космос. А правую возле груди держим. Натянулись, ножки натянулись, сделали вдох. Выдох. Кто первый раз, будет, может быть, не совсем понятно, но попробуйте. Теперь шарик, правая рука сверху. Правая рука в космос ушла, чуть выше головы. Левая возле груди. Вдох. Вытягиваемся. Голова, копчик, ноги, руки. Выдох. Хорошо. Теперь... Ну, каждое движение, оно имеет свое название. Я не буду загружать эфир, просто мы вытягиваем руки. Ну, здесь обезьяна раздвигает тело. Не буду. Иногда буду говорить, иногда нет. Здесь просто интересно. Обезьяна вот так раздвинула тело, и мы опять как звездой, да? Но руки по горизонту, в горизонт. Вдохнули. Выдохнули опять. Иша. Хорошо. Следующее упражнение называется, ну, следующее движение. Дракон опускает головы в воду. Вдох. Вот так. Мы как бы макаем пальцы. Макушка вверх, копчик вниз. Выдох. Ну и так далее. Руки в стороны. Вытянулись. Вдох. Все время вдох – это вытяжение во все стороны, как мы лежали. Вот мы потренировались на полу. Выдох. Упражнение звездочка была. Руки назад. Вдох.
Выдох. Иши. И выталкиваем все ненужное. Толкаем гору. Вдох перед собой. Выталкиваем. Вытянулись. Лопатки вытянули. Мы из тела лопатки вытянули. Выдох. И перед, между каждым подходом у нас будет вот такое положение. Смотрите. 3 сантиметра от тела у мужчин левое у тела. И 3 сантиметра между руками. Вот такое положение. Чувствуем ладошки. То есть не соединяем их. Чувствуем вот так. Я буду сокращать. Почему? Потому что если мы полный вариант будем делать, долгие медитативные задержки, вот такие медитации, то это у нас на 1,5 часа затянется. Мы комплекс чуть-чуть сжимаем, он от этого не проигрывает. Достаточно будет. Мы внимание удерживаем на ощущениях. Договорились? И стараемся, ну, конечно же, телевизоры, телефоны и мысли стараемся как-то, ну, то, что мы можем убрать, точно убираем. Я имею в виду телефоны и все вот это. А со своими мыслями мы очень просто поступаем. Мы просто наблюдаем. И наблюдаем за своими ощущениями. Хорошо. Цинь. Исходное положение. Левое сверху у мужчин. Поднимаем вверх. Вдох. Второй подход. Толкнули небо. Выдох. Вдох вверх. Руки пошли. Выдох. Иши. Левое сверху у мужчин. Правое у женщин. Вдох. Рука чуть выше головы. Вторая рука согнута. Выдох. Кончик языка на верхнем небе. Поменяли шарик. Вдох. Поначалу просто копируем движение. Выдох. В стороны вдох. Выдох. Вперед в землю. Вдох. Вдох – это вытяжение во все стороны. Выдох, расслабление такое. Обмякаем, как бы на пружинках становимся. В стороны вдох. Бодхисаттва опирается на две горы. Вот называется поза. Выдох. Назад вдох. Натянулись. И ладошки чуть-чуть вверх. Выдох. Толкнули вперед, да? На выдох. Ладошки. Левое у мужчину тело. Не касаются. Чувствуем. Наблюдаем за изменениями. Мы прочищаем каналы. Это зачистка каналов. В общем-то, весь комплекс рассчитан на то, что мы зачищаем каналы и избавляемся от негативной энергии. И при, ну, каком-то определенном количестве повторений он может вызвать ощущение такого ясновидения, яснопонимания. Ну, как только становится внутри чисто, можно что-то увидеть, да? Тут через мы по каналам идем. Хорошо. Второе. Ручки. Так. Сейчас я... У меня тут, по-моему, звук не отключен. На телефоне. Не мешал? Третий раз. Руки вверх. Вдох. Толкнули. Выдох. Поток потянули на себя. Вдох. Руки вверх. Выдох. Хорошо. Левая сверху у мужчин. Вдох. Соответственно, левая прямая у мужчин. Выдох. Поменяли. Правая. Вдох. Выдох. Исходное положение. Ручки перед грудью. Руки в стороны. Вдох. Во все стороны потянулись, вытянулись позвоночник, почувствовали выдох. Чувствуем, как будто бы это такие трубки у нас. Трубки, полые трубы. Ноги, руки вдоль позвоночника. И мы по ним гоняем вот эти
соединяемся с различными участками и вытягиваем различные вот траектории, делаем вытяжение, выдох и назад. Выдох. И вперед толкнули. Вдох. Толкнули перед собой голову. Выдох. Руки не касаются. Вдох, выдох. Хорошо. Цинь, исходное положение. Следующее упражнение, ну, они как, это как упражнение, следующая часть, это варианты позы дерева. Поднимаем ладошки перед бровями примерно. Пальцы рук смотрят друг на друга, большие пальцы вверх смотрят. Вот прямо перед бровями. Посмотрите. И расслабляем локти. Коленочки у нас отпружинены, да? Стараемся тут не раскачиваться, просто стоим, как будто бы обнимаем дерево или балки, они там обнимают цивунисты. Как бы мы сейчас формируем вот эти энергетические поля, сгущаем их, как бы концентрируем на разных местах. Теперь, ну это как обруч, как будто обруч обнимаем, да, такой круг. Теперь руки опускаем в таком же положении возле живота, ну низ живота. Подмышечки у нас, локти вперед идут, подмышки раскрыты. Дышим спокойно, наблюдаем. Хорошо. Также руки поднимаем, не меняя позиции, над макушкой, над головой. Делаем обруч такой, круг, шар держим над головой. Пальцы, проекции пальцев соединяются. Чувствуем, что происходит. Поначалу руки могут уставать, тело будет не понимать, что делать, но мы здесь расслабляемся, стоим на костях. Плечи стараемся не напрягать. И уходим в тонкие ощущения, вот в эти вихри. Если ощущений нет, это не значит, что не работает. Просто поначалу копируем движение. Все. С 10-го, со 2-го, 3-го, 10-го, 100-го, 1000-го раза. Вот первый комплекс, который мне давали там когда-то, 20 лет назад, я делал, мне сказали, 1000 раз повторишь и приходи. Вот я целый год крутил, крутил, больше года. Другой комплекс там, и Янь Цигун. Хорошо. Теперь с боков. С боков. Это как с электричеством. Его вроде как не видно, оно есть. Вот мы. Какие-то вот потоки, пальчики. Ну, любые, вылавливаем любые ощущения. Любые. У нас есть тело, которое фиксирует. Есть навыки, наработанные или нет. Ну, что-то не наработано, значит, меньше будет фиксации. Хорошо. Опускаем ладошки.
Исходное положение. Чувствуем ладони. Сердцевины ладони. Чувствуем, чувствуем центр таза. Хорошо. Цинь. Вдох, выдох. Иши. Намасте. И теперь мы будем, представьте, такие две трубы, и мы будем соединяться с небом, с землей. С небом, с землей. И вот так прочищать вот эти два основных канала, и потом смешивать это все внутри. Перемешивать небо, энергию небесного Отца и Матушки Земли. Ну так по-славянски, если, да. Хорошо. Поехали. Левая рука начинает у мужчин, правая у женщин. На вдохе мы вытягиваемся, соединились пальчиками. Вдох. Выдох, расслабление. Вдох, вытягиваемся. Выдох. Два, вдох. Вдох. Три, вдох. Вдох. Четыре, вдох. Вдох. Пять, вдох. Шесть, вдох. Вытянулись. Обмякли. Семь, вдох. Восемь, вдох. В соседнем зале мантры поют, может, вы слышите? Девять, вдох. И добавляем вторую руку вверх. Теперь двумя руками зацепились и потянули вниз. Зацепились. Вдох, выдох. Два, вдох. Выдох. Вытяжение, расслабление. Вдох. Выдох. Три, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Четыре, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Пять, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Шесть, вдох. Выдох. Семь, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Восемь, вытянулись. Вдох. Выдох. Девять, вдох. У нас такая воронка образуется, да, и мы такую, оп, вот так ее на себя. И снизу вдох. И сразу руки, левая у мужчин, возле тела. И начинаем по часовой стрелке вот так перемешивать. Раз, два, три, четыре. Цинь. Мужчина левая сверху. Хорошо, и теперь давайте ладошки еще раз потрем. Представим, как будто бы таких два ярких солнечных шарика у нас в руках, маленьких таких. И мы этими шариками начинаем прочищать и выравнивать все, не касаясь. 3 сантиметра примерно, ну, 3-10 сантиметров вокруг тела. Мы начинаем внутреннюю поверхность ног, пальцы, поднимаемся вверх по задним поверхностям, поднимаемся. А возле лопаток образуем такие пустые кулаки. Пустые кулаки. Возле лопаток. Вытаскиваем руки, перекрещиваем, не касаясь. Не касаясь. Мы не касаемся. Раскрываем ладошки, проглаживаем руки. Проглаживаем. Шарик вот такой, да? Вот так прогладили шарик. Прокрутили шарик вот так, раз, и руки вниз, если у нас этот шарик вот так пойдет. Вокруг головы, плечи, и два вот этих канала мы соединяем и вниз опускаем. Вниз. Два. Давайте.
Бодренько. Надо научиться вот это движение делать. Три. Прочищаем каналы. Все, тело проглаживаем такими мягкими шариками. Ну или просто ладошками, ощущениями ладошками. Четыре. Тело не касаемся. Пять. Шесть. Восемь. Ощущение такой чистоты, прочистки. Девять. Я этот комплекс впервые онлайн даю. Он вроде такой простой для передачи, но не совсем. Давайте, ладошки. Левая у мужчин снизу, правая у женщин. Хорошо. Цинь. И садимся. Дальше у нас следующий этап. Это удобное положение. Ну, традиционно оно делается или в лотосе, или что-то в любой позе, но лучше сидя. Ну, понятно, что сидя. Ну, вдруг у кого-то лотос есть, так садимся. Понятно, что если нет, я знаю, там есть, то вот любая такая поза. Хорошо? Любая. Вот такая. Вот. Исходное положение. Цинь. Левая у мужчин сверху. Хорошо, поехали вверх. Вдохнули, вытянули, столкнули небо. Вдох. Опускаем руки, выдох. Левая идет, смотрите, левая идет у мужчин вверх, правая у женщин. Вот такое положение. Раз. Не касаясь тела. Возле, ну, колено, голени, нижняя рука, возле плеча верхняя. Раскрыли. Закрыли. Верхняя рука по телу пошла. Раз. Поменяли. Раскрыли. Закрыли. Раз. Поменяли. Пальчики. Вперед. Только верхняя рука. Раскрыли. Закрыли. Поменяли. Верхняя рука, пальцы, ладошку натянули, подняли. Угу. И соединились с землей. Где-то так, давайте так, локти и кисти на одной линии, локти и кисти. Чувствуем, как будто бы на подушках таких лежат руки. Как будто бы на подушках. Соединяемся с землей. Чувствуем позу свою. Ну, как в практиках медитации. Если появляется отвлечение, возвращаемся к ощущениям. Да? Ладошки лежат на таких подушечках. Восходящие потоки земли ловим. Даже если вы в небоскребе там сидите, неважно, земля близко относительно всего космоса. Хорошо. Теперь левая идет сверху у мужчин, правая у женщин. Вот так. Раз. Шарик взяли. Держим. Одну важную вещь не сказал, не вначале сам не добавил. Мы все время делаем улыбку Будды.
течение всего комплекса. Мягко растягиваем губы в стороны. Поменяли левую, это верхнюю ручку, так, шарик. Раз, нижнюю вверх подняли. Возле подбородка, возле нижнего центра. Улыбка Будды. Распространяем ощущения по всему телу. Хорошо, опускаем руку. Исходное положение. Так, я смотрю время, а вы на свое ощущение. Да? Ну, по времени мы сегодня все. Вот, завтра я постараюсь более компактно сделать, чтобы нам еще кое-что поделать. Но вот эта звездочка, она, возьмите ее на вооружение. Это хорошая штука для включения. Почувствуйте этот момент, что поменялось, как поменялось, что дало нового. Вот. Я, можно полежать. Кому хочется каких-то упражнений, послушали свое тело и сделали. Улыбку Будды не забываем с собой носить. То есть внутренняя, распространяем ее по всему телу, внутренняя улыбка, состояние легкости, радости. Вот, пожалуйста, поделитесь таким вариантом утра, поделитесь впечатлением. Можно в микрофон спросить, что-то сказать. Кто не бежит еще, у кого есть время. По-моему, должен быть микрофон. Если его включить, можно что-то спросить. Ну, если нет, так нет. Тогда ручки поднимаем, чтобы я понял, что кто готов, кто закончил вместе со мной. Хорошо, с добрым утром. Завтра продолжим в том же режиме, на том же месте. В том же месте, в тот же час. Все, спасибо за участие в онлайн. Это всегда мотивирует, когда именно в онлайн люди приходят, чтобы записи понятно, там смотрят. Все, всех обнимаю.